Мы сидели вот здесь на лавочке. Сзади нас, вот над моим как раз балконом, корова гуляла. Я ее решила отогнать. Ну и погнала ее, значит, а Маша с той стороны этих, он по детской площадке гуляли, тоже погнала. Эти коровы пошли все, одна осталась. И, значит, это Маша-то давай ее там руками да всяко отгонять. Да, так вот, она на нее побежала вот сюда вот за ней, сбила ее с ног здесь и давай ее колотмашить тут. Все. Я бегала вокруг, ну что я могу сделать, я ничего не могу сделать. И, значит, это тут мужики набежали. И все. Кое-как ее оттащили, она бегала тут все, на всех кидалась эта корова. Раз пять, наверное, они только туда уйдут, она опять возвращается. Только уйдут, она опять возвращается. Опять бегает, за милиционером бегала тут, вокруг вот этой качели. Раз пять, наверное, пока он сюда вот не убежал. В общем, это ужас какой-то. И вот нас трясло всех вообще. У нас в руках ничего. Ничего не было. И мужиков ничего не было, абсолютно. И у мальчиков не было парней. А в вашем дворе-то вообще часто гуляют? Часто гуляют, очень часто. Ну и хозяев вы не знаете, кто тут. Откуда мы знаем, кто хозяева?